Салам алейкум, друзья! Поздравляем Фаридуна с победой! Фаридун победил очень убедительно, удушением очень серьезного соперника. И теперь Фаридун стал чемпионом в двух весовых категориях. Это 84 и плюс 93. Для Таджикистана, я даже не знаю, в России даже в этих организациях есть такой двойной чемпион, я даже не знаю, если честно. А Фаридун уже двойной чемпион. Именно в двух весовых категориях стал чемпионом. Это огромная победа для Таджикистана. Поздравляем Фаридуна, поздравляем таджикскому народу с победой. И Хабиб Нурмагомедов сказал, что следующий турнир EFC будет в Таджикистане в августе месяце. И Фаридун Одилов будет защищать свой титул у себя на родине в Таджикистане. Это еще одна победа для Таджикистана. Так что поздравляем Фаридуна, Таджикистан, Таджикон, Бапеш.